Приветствую тебя на моем канале. Сегодня у меня на обзоре цифровой мультиметр MasTec. Я рассмотрю его особенности и функции, а также расскажу о преимуществах и недостатках. Будет интересно, не переключайся. Сегодня у нас на обзоре портативный мультиметр, который не только удобен в использовании, но и демонстрирует впечатляющую надежность. При весе всего 0,41 кг и габаритах 148 на 75 на 50 мм, этот прибор легко поместится в твоей руке или сумке. Выполнен из качественных материалов с прорезиненным корпусом, что обеспечивает дополнительную защиту от ударов и повреждений. Особенно хочется выделить продуманный дизайн. Упрощенная конструкция позволяет работать с прибором одной рукой, что крайне удобно в полевых условиях или когда другая рука занята. Усиленный переключатель предотвращает случайное изменение настроек, что является важным аспектом для обеспечения точности измерений. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который поможет сделать твою покупку еще выгоднее. Сегодня я расскажу об особенностях этого компактного мультиметра, который станет настоящей находкой как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Ведь с таким прибором ты всегда будешь готов к любым задачам, связанным с электричеством. Мультиметр работает от обычной кроны, что делает его мобильным и удобным в использовании в любых условиях. Он позволяет измерять как постоянное, так и переменное напряжение, а также постоянный ток и сопротивление. Не обошлось и без функций для тестирования диодов и прозвонки цепей, что особенно важно для точной диагностики и ремонта электроники. Отдельное внимание заслуживает специализированный тест для проверки батареек и аккумуляторов различных типов – 1,5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, что сделает этот прибор незаменимым помощником в хозяйстве. Ведь знать, когда пора заменить батарейку в детекторе дыма или в дистанционном пульте – это спокойствие и безопасность. Калибровка и тестирование мультиметра проведены под строгим контролем, что гарантирует его точность и надежность в работе. Такой прибор станет твоим верным спутником в мире электроники. Давай посмотрим, что говорят владельцы этого мультиметра. Я внимательно изучил отзывы и готов поделиться самыми яркими моментами. Минусы. Неудобная шкала переключений. Нет термопары для измерения температуры. Короткий щуп у шнуров. ЖК-дисплей без подсветки. Плюсы. Люфтов нет, приятно лежит в руках. Удобное крепление щупов на корпус. Функция сохранения измерений. Большой дисплей. На этом наш обзор подходит к концу. Не забудь заглянуть в описание под видео. Там тебя ждут ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод, чтобы сделать твою покупку еще выгоднее. Также в комментариях ты можешь поделиться своим мнением об этом мультиметре. Мне будет интересно узнать твои впечатления. Если тебе нравятся мои обзоры, не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Это помогает мне понять, что ты ценишь мою работу, и я продолжу делиться с тобой самыми интересными находками. До скорых встреч и новых обзоров!